учатся и тоже еще не очень много умеют, еще не очень многому научились. И вам с ними будет соперничать очень весело и достойно. Три шага. Да, после ведения. Или бросил поворотом, или отдал пас своему открытому товарищу. И ждете, когда вам гол забьют. В руку встречай, завязывай. Он ведет мячик, выбивай этот мячик. Они пацаны, они жестче. Смело встречайте их в руку. Ну в чем интересно? То есть руками проще, чем ногами? Да, ведение лучше. А вы, если упадешь, больнешь? Ну да, больновато. В преддверии Дня физкультурника мы решили провести праздник гандбола, фестиваль гандбола. И привлекли, даже дали объявление, что кто не занимается даже гандболом и хочет прийти поиграть, могут принять участие. Вот ребята, вот они не занимаются в секции гандбола, создали свою команду, пришли и тоже достойно, вот даже выиграли у девочек, которые младше возраста, тоже выиграли игру сейчас. А команда синей формы и белой формы, девчонки, которые уже занимаются целый год, уже были неоднократно на соревнованиях и, конечно, умеют побольше, чем те девочки, которые пришли попозже. Вот сегодня участвуют все, и знающие правила, не знающие правила. Просто проводим в честь дня физкультурника праздник гандбола, фестиваль гандбола.